Школе номер 45 города Семей исполнился один год. Коллектив школы воспитывает молодежь в ключе национальных ценностей, чтобы они стали достойными гражданами Республики Казахстан и в будущем вносили свой вклад в развитие сферы образования. В честь знаменательной даты в образовательном учреждении было организовано праздничное мероприятие. Школе номер 45 поселка Восточный исполнился один год. В честь этого состоялось торжественное мероприятие. Были организованы соревнования по волейболу среди учителей школ города Семей, а также дебаты среди учащихся. Наше сегодняшнее мероприятие «Мерили Мекене» мы посвящаем годовщине школы. Всего за один год у нас есть немало достижений. Наша школа успешно участвует в республиканских, международных и областных олимпиадах. В дебатах приняли участие 20 команд, собравшихся из разных школ города. Дебаты поднимают такие темы, как национальные ценности, деятельность партии «Алаш», казахское кино и финансовая грамотность. Темы хорошие, достаточно понятные для детей. Основная тема – национальная идеология казахского народа. Обычно в дебатах обсуждались темы мирового масштаба, а сегодня остановились конкретно на идеологической ценности казахов. Надеемся, что мероприятие пройдет в хорошей атмосфере. В соревнованиях по волейболу приняли участие 36 учителей из 6 школ города. Участники спортивного состязания отмечают, что игра прошла интересно. Они также выразили признательность коллективу школы. Мы приехали на небольшую спартакиаду среди учителей. Огромное спасибо руководству школы номер 45. Учительская спартакиада проводилась и раньше, но после карантина остановилась. Благодарим школу номер 45. Мы прекрасно проводим время, общаясь друг с другом, играя в увлекательную игру. Годовщине собравшиеся пожелали коллективу школы творческих успехов в воспитании образованных учеников. В течение одного года учащиеся и учителя школы добились значительных успехов. Благодатный очаг знаний способствует воспитанию грамотного и сознательного поколения, служащего стране. Малика Мухтарова, Арайла Малиханова, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».